Nice. А вот и она. Ебой. Ну это жестко. Это жестко. Как? Это как? Это жестко. Это батя в здании называется. Это как? Это батя в здании называется. Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и это не какой-то там кликбейт, это реально открытие контейнеров, которое было у нас вчера, со звуком там, конечно, будет небольшие такие проблемы, но можно так сказать, записывали вчера поздним вечером, поэтому там все будет очень-таки тихо, поэтому ставьте на максималочку и смотрите довольно-таки интересный эпический ролик, приятного просмотра. Есть. Так, ну что, один. О, ура! Подфармил. Давай, дальше. Еще один. Давай, сейчас один, если белая падает, пятерку открывай. Не, нормально дает. Батарейки, то, что тебе надо. Один открывай. Еще один. Нормально тебе дает. Зеленое это то, что тебе надо. Аптеки нужны именно. Да ты ё-моё. Ты говорил, тебе батарейки надо? Да. Ё-моё. Чекай. 250 чисто нафармил. Как раз подкопишь до следующего челленджа. Сейчас просто без батареек играй, все. Без дронов. Че, еще один? Да-да-да. Да ну нафиг. У тебя так он будет всегда падать, походу, зеленый спелым. 5. Щелкай 5. Да, вот щелкай. Ну ладно, щелкай вот, один. nice. Щелкай один, пофиг. Один. Сейчас будет что-то нормальное. Еще один чок. Нормально тебе зеленых дает. У меня уже бы все в белую не было. Давай 5. Не, еще один. Один жми. Вот, что тебе надо было. Один жми. 5 тебе упадет, 5 белых. Даже не пытайся. Один жми и все. Когда будет 3 подряд или 4 подряд белых, вот тогда жми на другое. Я пятнашку хочу открыть. Нет, пятнашку не надо. Не, ну если хочешь, открывай, конечно. Не, подожди, я хочу пятнашку открыть. Открывай, открывай. Похавай белый. Кристаллов не выпало. Беленький его, похавай немножечко. Подожди, сейчас будет что-то эпичное, смотри. Смотри, 15 белых контейнеров. Подожди, 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 подожди. Фиолетовый будет. Один Вот, фиолет точно nice. будет. Ой, Говно боже. какое-то. Говно Ой, боже какое-то. ты мой. Говно Ой, боже. какое-то. Эффект. О, еще. Эффект. О, боже ты мой. Не, ну скажи, это было годно. Это была фигня. Сколько красок, сколько эффектов. Не, ну, кстати, Африка неплохо. Африка стоит неплохо. А там тоже пол ляма, походу. Так. Давай один. Ну давай, красное свечение и все. Годный контент подъехал. 5 нажми. Еще раз 5 жми. Батарейки, ладно. Еще жми 5. Найс. А вот и она. Ебой. Ну это жестко. Это жестко. Как? Это как? Это жестко. Это батя в здании называется. Это как? Это батя в здании называется. Сука. Это батя в здании. Ванька, как ты это сделал? По красоте.
Ну, нормально, нормально, все. Не сиди там. Не умирай. Нормально все. Боже, ты еще скрин. У меня видос идет, не волнуйся. Все идет, дядя. Одевай его, в нем даст. У тебя викинг есть это? ХТ? Да. Давай викинга. И атом одень, атом одень. Меня руки вспотели, подожди. Одень атом. Ща, где атом? Тебе его выдали. Вернее, только что выпал. Ты проскурил? А, не, о, да, пошел. Да, ну это эпик. А, Куда стой. ты пошел, блин? Куда ты пошел, блин? Уже играть пошел? Подожди, Все, попонтарезить можно теперь. Пофиг на да. контейнер. Дальше не надо открывать. Давай. Сто всех неплохо. Че, пятерку или один? 1-1. Ну больше не даст. Один жми. Для меня пока все устраивает. 1-1. Давай еще один. 5. Все равно будет белое. После красного тут ничего не Подожди, дроп. подожди, подожди. Да не дроп. О, Пол ляма, нормально. 5 еще раз жми. Кристаллов чуть прибавилось. сейчас говно всякое пойдет нормально. Ну ты аптечки хотел? Ну вот тебе Ну последний. да. Ну там понятно было, что уже не будет ничего нормального. Хотя дел все равно пол ляма, это Я нормально. штуку аптек нафармил. 60 контейнеров. Нормально. 550 батареек. Ну и так чуть-чуть. Офигеть. Неплохо. Не, ну рикошет Какой он это божественно. красивый, ля, какой красивый. Что там еще? Зевс? Зевса не было, Африки не было. Боже, как ты жил без них? За. Я просто не шарю, как ты это делаешь. Ну чё, это видос. Это просто видос. Я надеюсь, вам понравилось открытие этих супер эпических нагибаторских контейнеров. Вот такой вот ролик получился. Я не знаю. Я не знаю, серьезно, ребята, это тактика, либо это просто фарт, который у нас получился. Ну, как-то чуечка мне так подсказывает, куда надо щелкнуть, дабы что-то нормальное дропнуло. Возможно, это в какой-то степени везение, возможно, это какая-то закономерность. Решать только вам. Поставьте прямо-таки сейчас палец вверх на данный ролик, если вы еще этого не сделали. Также, ребят, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, а также участвовать в конкурсе, ссылочку на который я оставил в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. I'm in, I'm in, I'm in, I'm in.